а за сборную Испании забил легендарный Рауль. Ну а сейчас год 2007. Капитан команды главного судьи Джей Коллин и Гэри Бесвик ему помогают. Роберт Медли в основном через эту зону пытаются вскрыть оборону израильской команды испанцы. Удар и перекладина. И что здесь? Не везет. Витола, знаем Тиагу как футболиста. А так, здесь он решил взять инициативу на себя. Здорово пробил. Вбегал на ударную позицию. Здесь молодцом арбитр Майкл Оливер. Нагнулся и мяч через него перелетел. Сильва 1-0. 1-0. Испания выходит вперед. Хороший проникающий пас в штрафную. И Давид Сильва, разобивавшийся последнее время, на свой счет записывает. Очень хорошая передача, удар, и здесь бессилен голкипер израильской сборной. Посмотрите, еще между ног Элит Даси мяч прошел. И здесь, которые они подогревают в социальных сетях, будучи игроками Андрес Иньеста. Будучи игроками своих клубов Барселоны и Реала, то Пике протроллит уж Реал и Рамоса в частности, то Рамос. И одна ничья, какая ошибка, Захави опять против Пике, будет бить Захави, удар рядом со штангой. Ошибка здесь, небрежно он сыграл, внешней стороной стопы, так отбросил мяч в сторону с подачи с фланга. Алькантера, вон туда на Альбу, Сильва, бить в одно касание неудобно, Сильва, Альба, прострел, иди. А удар-то будет. Иньеста. Подача. И не надо было. Не успел сделать передачу вперед на партнера, но зато здесь сделал. Отличная передача в район 11-метровая. Девятый номер Леор Рафаэлов. Головой бьет. Не в Атлетико, а теперь уже в Реал. Алькантера. Витола. Удар. Гол. Гол. Два. Ворота израильской сборной. Четвертый гол. Здесь офсайда нет. У Витола он на одной линии с защитником. Израиль. Это был Шир Цедек. Удар, мяч так под рукой. Под ладошкой, да? Закатывает все-таки ворота. И Давид Сильва не стопас как раз вот в эту игру. Диего Коста все-таки забивает. Последние годы. Подача Тиаго Алькантера. Встречи, посмотрите, ну, с высоты не играет. Здесь, конечно, не доработали. Израильтяне, Захави куда-то еще пошел. И по... В общем, ой, как красиво. Ой, как красиво! Была абсолютно... Московских армейцев. Подача, удар головой, штанга. Еще удар, гол. Гол забивает Израиль. Сделать удалось. Подача, удар, хороший Гершон. Наносит штангу. И посмотри, как прилопас. Дальше на Иско. Иско, его излюбленная манера. Хотел я сказать, пробить в дальний угол, а он бьет в ближний. Находит Аспаса, тот во второй игре своей за сборную. Гол еще и